Друзья мои, всем привет! Приехал я на очередную рыбалочку. Приехал я уже на нашу речку. На речке лед уже встал. А значит, с первым льдом на речке, возможно, будет у нас клевать какая-нибудь рыбка. Но в перспективе, конечно, будет клевать у нас окунь. Хищная рыба по перволедью. Рыба у нас здесь не крупная, не так, как в других местах. А обычный такой речной окунишка, средних таких размером, начиная грамм от 80 и более. Лед как стекло. И сейчас мы тоже куда-нибудь пойдем, попробуем забуриться и посидеть, порыбачить на окуне. Маленько разбавим видео ротанов окунями речными. Ну а что из этого, ребята, получится? Смотрите, друзья мои, сами. Я бы не сказал, что, ребята, лед-то, как сказать, сильно толстый. Он не толстый лед, сантиметров 8, наверное, точно будет. Берем удочку. Где у меня удочки? Вот она. Сейчас попробую на эту мормышку. Эта удочка у меня зимняя, она самая удачная. Я на нее всегда ловлю рыбу. Буду рыбачить на опарыша. Походу опарыш уже подсдох маленько, но не критично. Мормышку отпускаем. Что-то тут по глубине у нас должно быть глубоко. Так, многовато. Ага, отлично. Ну, ждем теперь первую поклевку. Как в луже. Но мы знаем, что окунь это стайная рыба. Значит, что мы делаем? Идем ее искать. Так что идем ее искать в другое место. Будем пробивать обстановку на речке и узнавать, где у нас будет клевать. Так что ладно, переходим уже на другую лунку. Пойдем поищем окуня. Первая поклевочка, вот она. Есть! Есть, ребята! Первая кунишка попался. Ну, в принципе, как вам сказать, вполне съедобный, нормальный окунь. Конечно, мелковат. Но, тем не менее, окунь же, окунь. Нашел я все-таки его. Неохотно, конечно, клюнул. Но клюнул. Первую рыбку никогда не отпускаю, ибо она может быть последней. В принципе, разловил я. Одного окуня, как вы уже видели, поймал. Попробую я все-таки, ребята, перевязать другую мормышку, ибо здесь вода очень светлая, прозрачная, окунь видит все. Так как рыбачу я на опарыша, на белого, попробую привязать черную мормышку. Может быть, на нее будет получше клевать. Но пока безрезультатно, уже 5 минут просидел с начала поклевки. Как одного я вытащил,
И все, тишина. Так что сейчас перевяжем мормышку и попробуем порыбачить на новую мормышку. Если также здесь клевать не будет, я перейду, попробую все-таки поменять другое место. Но здесь хоть одного поймал, а на предыдущем месте, сколько я просидел, минут 10, ни одной поклевки не было. Так что меняем мормышку и уже пробуем рыбачить на новую мормышку. Он же не может здесь один быть. Не может. Вот она поклевка. Есть. Опа. Ну, это такой же практически окунишка, но чуть-чуть поменьше. Не знаю, сколько в граммах, но нормальный, достойный окунь. Как раз, наверное, половим, ребята, да засолим. Да, в принципе, и здесь и есть окунь-то. Только сейчас с вами поговорил, что не клюет, он меня сразу клюнул. Окунь-то, а? Итак, ребята, переехал я на другое место. Рыбачил на удочку. Поклевок не было. Ну и на балансир поймал я два таких замечательных, уже хороших ядовых окуня. Ну, сейчас подергаем, посидим, порыбачим на балансир. Вроде окунька нашел. Все-таки на балансир окунь клюет покрупнее. Вот. Еще один, друзья мои. Вот такой неплохой, достойный окунишка. Нормальный. Для нашей фауны, как уже раз говорил, и речки — это достойный экземпляр. Особенно на ушицу. Маленький, вкусный, жирный и наваристый ухам будет. Нет-нет, да клюнет. Неплохо. Первые окуня не вошли в кадр, которых я поймал на балансир. Думал, они здесь будут последние, но нет. Еще третий клюнул. На мормышку пробовал, как уже говорил, но поклевок нету. На балансир все-таки нет-нет. Да подкидывает. Поклевка была, ребята. Удар был. Промазал. Сейчас мы его выловим. Снова попался окунишка. Ребята, вообще красный, как и должно быть при смене погоды. Заглотил, конечно, очень сильно. Ну, отдай. А, такой кровяной окунь. Ну, на балансир так поклевывает, но очень плохо. Вот он еще один. Ага. У нас, ну. Так это что, ты привязал? Ильич, если его ловить, то он ловится. Ты видал, поперло-то как. Ну, на балансир. А, там красный с зеленым. Я на этот балансир никогда не ловил. Он у меня все лежал, да лежал, он уже весь пообгрызанный там. Побивалась краска. Тут думаю, дай-ка порыбачу на балансир. Ну, окунь кровяной весь. Да. Я говорю, давление. Давление, ну.
перешел я на другое место. Наверное, метров 100 прошел. Пробурил новую лунку. Сейчас посмотрим, как в новой лунке. Вот она, ребята. Сразу поклевка. Вот такой вот полосатик. Сразу клюнул. На новом месте. Прям вообще отлично. Вот это он заглотил. Вот это он заглотил. Окунишка есть. Снова поклевка, был удар по балансе. Снова удар. Окунь кровяной, вот он, еще один. Вообще замечательно. Кровяной клюет почему-то. Вот этот нормальный окунишка. Есть окунь. Это радует. Временами подходит, клюет, клюет, потом не клюет. Вот он еще один. Вообще шикарненько, ребята. Так что, друзья мои, вот такая рыбалочка классная. Самое главное, уже не пустой. На первой лунке, на которую пробурил, еще два штуки я поймал окуня. Хороших таких, замечательных. Вот они, два окуня. Отлично. Вот он, ребята, долгожданный окунишка. Нормальный речной, вот такой вот полосатый матрос. Весь аж просвечивается. Берем. Вот он. Хороший. Вот это, ребята, смотрите. Вот это достойный окунь. Это прям, ну... Окунь у нас гигант, можно так сказать. Хорошая окунишка. Ну такой, грамм, наверное, на 250 точно он будет. Отличный окунь. Рыбка поклевывает. Рыбка поклевывает. Есть, друзья мои. Ну, конечно. Самые настоящие глаза попались. Маленькие вообще. Ну, я не знаю, грамм, наверное, на 30 точно будет. Отпустим, пусть плывет. Иди плыви. Полосатый.
усатый. В принципе, клев такой более-менее нормальный. Погода свое дело делает. Давление скачет. А сама погода дуркует. Нет-нет, клюнет. Ну, а так, в принципе, то ли мы за рыбы на рыбалку едем. Снова была поклевка. Удар был балансир. Хороший бы такой, поклевывал бы грамм на 250. Окунь. Вообще бы шикарно было. Ну, где ты там? Кто там клевал? Интересно, вот почему-то как-то странно. Щука-то не попадается-то на балансир. Ну, хотя места и щучьи тоже. Но здесь в основном преобладает у нас окунь. Лед похрустывает. На завтра, послезавтра снег стоит у нас. Может быть, из-за этого и он перестал плохо клевать. Вот, ребята, есть! Снова. Ну, такой нормальный. В нашем понимании едовой окунь. Он заглотил как. Так, поклевывает. Ну, мелковат. Из них тоже уху готовят. Возьмем. Есть. Есть, ребята. Ну, это уж вообще прям маленький попался. Его мы отпустим. Пусть плывет. Иди плыви к себе домой. Что-то и ветер, ребята, раздулся. Поклевок практически нет. Вот так, знаете, можно сказать, в час по чайной ложке. Ветер вот нехороший, холодный такой, пронзительный. Вроде и солнышко светит, но очень холодный ветер. Минут 10 еще посидим, порыбачим, да будем собираться домой. На рыбалке уже нахожусь около 6 часов. Не знаю, с десяток-то точно должен был поймать окунишек. То ли мы за рыбой едем на рыбалку. Мы едем, ребята, на рыбалку за чем? Ну, вы сами, короче, догадались. За кайфом рыбацким. Посидеть, покайфовать, душу отвести. Для меня улов не важен. Какой он бы там был, там здоровый, там улов там огромный. Для меня важно то, что даже уже я на рыбалке был, даже если я ничего не поймал, рыбалка все равно состоялась. Ну, естественно, я вам такую рыбалку не буду показывать, как, которая вообще без рыбы. Ну, а такими маленькими уловами я себя всегда радую. И не только себя, а еще своих кошек. Так что и овцы целы, и волки сыты. По-моему, так говорят. Так что, ладно, друзья мои, будем собираться домой. Все, хватит на сегодня. Рыбалка у меня производилась на балансир, и первых два окуня я поймал на удочку, на эту, на зимнюю, на мормышку, короче, вот так вот, на опарыша. А потом поставил балансир, и на балансир стал поклевывать крупный окунь. Окунь всего клевал около 3 часов, все. Сколько поймал,
столько поймал. А что не поймал, то не поймал. Сейчас мы подведем итоги моей рыбалки и посмотрим, сколько там чего кого по улову. Ну, в принципе, я, ребята, как уже сказал, уловом я доволен. Удочка стоит полтора часа, ни одной поклевки нету. Вот это мой улов, ребята. Отличный, замечательный улов. Как раз кошакам 3 окунишек, а вот этих мы пожарим. Итого, ребята, я поймал 16 окуней уловом и своей рыбалкой. Я очень доволен. Ставьте, друзья, грозные лайки, подписывайтесь на канал. Ну, до новых встреч уже на следующей рыбалке. А следующая рыбалка, я думаю, у нас будет, знаете, на ротана кабана. Большого ротана. Ладно, но это уже будет совершенно другая история. Ладно, ребята, всем пока. Рыбачили и хватит. Нормально. День провели. Следующей рыбалки.